хочу рассказать про специфику сдачи экзаменов TOEFL и IELTS. TOEFL – это экзамен, который сдается на компьютере. Там есть четыре части. Это письменная часть, reading, чтение, listening, там, где ты слушаешь, и speaking. Все это сдается на компьютере, который записывает твои ответы и потом выдает результат. Самое сложное для меня – это был listening и writing, потому что listening, он был очень специфический для меня. Были использованы части лекций из университета и были использованы такие предметы, как биология, химия, психология, которых у меня нет много навыков, за счет чего это создавало сложность для меня. Письменная часть, нужно иметь хороший словарный запас и нужно использовать много синонимов для того, чтобы оценили выше. Speaking тоже состоит из шести частей. Первых два вопроса – это объясните, почему вы считаете так или иначе. Потом вы тоже слушаете беседу двух студентов, допустим, или студента и профессора на какую-то тему, и вам задается вопрос, на который вы должны в течение 30 секунд подготовки найти на него ответ и в течение минуты рассказать. Очень дается мало времени, поэтому часто начинаешь нервничать и не успеваешь закончить за одну минуту. IELTS, он более показался мне простым, потому что, во-первых, он сдается в аудитории, где ты сидишь со всеми участниками, которые сдают этот экзамен. Там сама структура легче и задания легче. Listening, там чаще всего нужно вставить какие-то слова, либо написать это правда или неправда. И за счет того, что в школе у меня был опыт таких заданий, мне было это сдать намного проще.